Короче, один зритель — это вообще прикольно, блин. Смотришь какую-нибудь дичь, дичайшая, блин, когда съемка идет, я не знаю, там. На тапочек снимают монитор тупо. А там 30-40 человек смотрят. Нормально вообще, что ли? Ну, чё, как это понимать? ТикТок, а? Скажи мне, пожалуйста. Ноль, просто ноль. Ноль активности. Один человек и 100% какой-то подписчик смотрит меня, потому что я знаю, кто это смотрит. Как это понимать? Да уж. Убейте 10 врагов, вызывая перегрузку щитов у солдат. Тут я только что убил таких солдат, несколько штук, и итого 0. Прикольно. Это вот спасибо вам. Что я не сделал? Так. Так, этого... И этого забираем с собой. Усиленный демон, как адемон. Ой, как я люблю как адемоны, когда они усиленные появляются. Потому что они легко и непринужденно убиваются. Не вышло. Высоковато. Да почему? Ну почему ты так высоко, сучара? Ну, давай. Опа. Забыли про усиленного демона. Сейчас вылезет кибердемон и мародер, по-моему. А, два кибердемона. Так. Один кибердемон спекся. Ой, дядь, а ты не рано ли вылез, а? Там еще как демон, что ли? А еще и не один. Мне надо попилить кого-нибудь. Вот тебя, например. Отличная жертва. Теперь надо от кибердемона избавиться.
Да. Все, кибердемон спекся, теперь можно заняться сраным мародером. Готов. Эти уже на закуску. Десертик. Эта локация вообще изначально по-другому выглядит. Этих летающих штук нету, я не знаю, за каким хреном их придумали. И... ну, естественно, здесь нет таких монстров. Всем привет, ребятки, это Doom Eternal, мастер уровень, новый, который добавили, это Тарас Набат, если быть точным, это мастер уровень, и здесь, ну, мягко говоря, горит у меня жопа, это прям очень мягко, если выразиться, прям очень. Так. Если налево ключ... Я люблю эти внезапности. Запарили. Что за хрень? Меня чуть коридоры не раскидали. Вода, уходи! Я приказываю. Да. Так, на этот раз я не забыл, что сделать. Сколько раз сюда не заходил, каждый раз забываю, что здесь делать нужно. Так. Не спрашивайте, откуда я знал, я просто знал. Привет, привет, дружище. Добро пожаловать. Это мастер уровень. Тарас Набат, короче говоря. Блин, чуть не обосрался. Мне броня добавилась, а я чуть не обосрался. Ах да, вдруг, если ты хочешь знать, что это за игра, это Doom Eternal. Ну так, вдруг. А
А, здесь мега-доспех лежит, который мне сейчас нафиг не нужен, в принципе. Погнали. Сейчас будет мясо. Сейчас будет мясо. Так, они ждут, что... Не пойму я. Лови трюк. Ага, все. Значит, вот этой вот штукой надо убивать в полете. Такое задание. Они ждут, что я буду вот это все мелочи раскидывать. Это Doom, да-да-да, это Doom. Doom Eternal. Че чего? Мастер уровень. Ай, надо что-то менять. Что-то тактику менять, кажется, надо. Как-то так. Никто не знает, что Doom это Doom. Блин, вот эти вот зараза змеи ползающие, невидимые, к ним крюк не цепляется. И это проблема. Не дали мне забраться наверх, прикинь. Сейчас чатик. Оу! До. Добрый вечер. Кибердемон, это весело. Я пошел, до свидания. О, спекся. Светлая, так Doom не является хоррором. Это третья часть Дума была неправильной. Doom прежде всего шутер. Ты вспомни второй Doom, если, конечно, сможешь вспомнить. Давай, 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 давай. Да нет. Он не был там темным. Ну, местами только, разве что. Блин, очень узкое пространство здесь. Приходится скакать, как горный козёль. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Я надеюсь, того, кого надо, попал. Нет. О, горнило, не надо, горнило не надо. ХП пяточка была.
Пошли нахер, блин. О! Ой-ой-ой. До свидания. До свидания. Ай! Горнило, дайте горнило. Ух. В смысле? О, жесть какая. Критический урон. Сейчас я, блин... Опа! Готов. Сука, застрял, блин. Эти мрази еще не пускают. Здесь вообще ни хера не видать внизу. Критический урон. А, мне же этого надо добить, блин. Опа! Фу. Аж ссать захотелось. Постоянно напрягаешь булки. А тебя никто не смотрит, нихера. Зачем, вопрос спрашивается, так делать, а, ТикТок? Ты чё, очень рад меня видеть, да? Аж кинулся в объятия, дружок. Вот дальше я не знаю, что меня ждать. Я думаю... Если вымыть клинок горнила, Титан восстанет вновь. Разогнался, смотрите как. Вот здесь в оригинальной, в компании и без того довольно сложное место, так скажем, да? То сейчас я вообще боюсь представить, что там будет. Может, я зря его взял, надо было на потом оставить. Доспеха.
Сейчас, мне кажется, будет здесь два мародера. И тоже они хотят, чтобы вот эту штуку я взял. Я не хочу ее брать, понимаете? Я не хочу ее брать. Потому что у меня полный ХП, полное все. Зачем мне... Вот зачем? Ну, просто зачем? Я же... Подождите, я же должен был горнило вынуть. Которое у меня и так есть. Блин, может быть, не стоило брать тогда? Черт, а? То, что нужно, есть в вашем хранилище. Спасибо, Кэп. Не успел. Не знаю, как люди быстро переключаются между некоторыми пушками. Я понимаю, что там. Но это 100% не все. Тут было гораздо сильнее в оригинале. Значит, это точно не все. Архвиль, блин, твою мать, где он появился? Лови, 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 лови. В лицо прям. Словил. Еще один архвиль. Класс. Да сука ты, проклятущая. Не могу попасть в него. Ты нахер еще откуда взялся, блин? Блин, вот это неприкольно, то, что я вниз упал. Ну вот как? Я должен теперь, блин, забраться наверх. Они же меня никто не пустит сейчас туда. Так, 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 так. Ничего себе, он кувыркнулся. Да свидули.
Готово, готово, готово. Так, 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 так. Опа. Опа. Есть. Пойдем к мелкому, поговорим. Так, как я промазал? Не мог же быть, это же не я. А, да, это я. Все, одни девчонки остались. Бегающие вот так вот, да, туда-сюда. Ты нахрен откуда взялся? Офигеть, просто офигеть. Увертливая скотина. Можно почесать что-нибудь. Что там осталось? 30 демонов кровавым ударом, бейте 10 врагов вызывают. Забавно, написано бейте 10 врагов, и тут 30 написано. Ну да. На сложности кошмар одно задание. 50 дают тысяч. Офигеть. Ну это точно не мастер уровень на кошмаре проходить. 10 врагов стрелой, находящихся в воздухе. Ну тут как-то все очень-очень долго идет. Вот это возможно еще выполнить. Долго, правда, по времени займет, но можно. Дурачок. Интересно, разработчик зачем кинул бочки эти? Специально? Чтобы типа на них подорваться, но дело в том, что у меня нет урона от этих бочек. Лир-аргент Нур пал. Разделенная демоническая энергия потекла на юг. По обществу, которое вы знали, пришел на смену мир зла под властью дворцов. А ведь этого можно было избежать. Еще один подъем, третий. Здоров, геймер. Да немного ты пропустил, всего лишь пол уровня. Сейчас я биовка, надо очень сильно хочется подсать. Сейчас вернусь. Самое веселое. Я сейчас видео еще пишу и, скорее всего, нарезку потом сделаю. Ну, тут, конечно, весело. Весело. Это мастер уровень, если вдруг ты не понял. Сейчас вернусь.
Так, я вернулся. Так. Выпустил видео, надо будет глянуть, зайду к тебе обязательно. Проливной дождище, а у нас сухо, как у бабки. Старый. Так. Подъем я взял. Сейчас здесь стопудово будет какой-нибудь сюрприз. Очередной. Идите нахер, блин. Слушай, я как этот футбольный мяч просто. Чё я делаю, блин? Что за пушку взял в руки и страдая при этом? Охотник, прекрасно. Но мне же не показалось, что был охотник, а? Нет, не показалось, вон он. Ой, а с этого ракурса я его не добивал вот так. Прикольно выглядит. Здравствуйте. Еще один. Так. Блин, да какое узкое пространство просто. Прикинь, не успел добить его. Из-за того, что зацепился за сраный поручень. Ты чё, мразь? Да идите нахер, блин. Это еще не конец замеса, что ли, или что? Да видишь, тут этих щитоносов до жопы, блин. Поэтому приходится брать плазму эту сраную.
Есть. Этот этап пройден. Что тут еще осталось? Вот тут самое веселое будет, где горнило. А, там, по-моему, горнило только дается. И там, короче, типа, тестовая зона была. Сзади не решили зайти. Ишь ты. Плазма неплохой, Ган. Я сначала прочитал, как плохой ган. О, прикольно. Как думаешь, мародер будет? Ставим ставки. Будет мародер или не будет? Я думаю, что будет сейчас мародер. О! Ой, здрасте. Здрасте, товарищ мародер. Как ваши дела? Сука, еще мешают всякие уроды. Пошел нахер. Бана. Еще один, ё-моё. В смысле два? Еще два их там. Мне боезапасов нет, вот что плохо. О, боезапас. Что за дерьмо, блин, сука, происходит? Твари. Давай пошли нахер просто. Охереть просто. Ты видел, как зажали? Я думал, все, это каюк. Да, нормальненько так. Три мародера.
что? Вроде справился, да? Вроде даже не сильно плохо. А сейчас здесь тоже кто-нибудь будет. Ну, наверное, как я и думал. Все, я домой. До свидания. Сука, все засрал, смотри. Сейчас я тебе что-нибудь дострелю. Кстати, один выстрел 6 патронов стоит. Ну, до свидания. Нет боеприпасов. Ай-яй-яй. О, там подъем, кстати, лежит. Какое большое сообщение? Ай, что-то пропустил, да? Ну, я вроде все прочитал, все, что ты написал. Нет боеприпасов. Да не, я все вроде твои сообщения прочитал. Почему не отвечать, если адекватный текст, то почему на него не ответить? Когда всякую херню пишут, конечно, не отвечаю. Даже одного заблокировал, помню. Вот тварь, а? Я так и знал, блин. В стиле классического Дума. Внезапная. Какая-нибудь дичь. Вот это что? Ожидаемо. О, а это плохо. Кучнее, ребятки, кучнее. Ого. Ой. Блин. Опять этот охотник. Бедный одержимый. Да идите нахер.
Блин, капец, они зажимают постоянно. Особенно эти, блин, как их называют-то? Рыщащие. Просто жесть они зажимают. Значит, все-таки не этой стрелой, да, надо убивать? А этой? Ну, это херня, потом можно выполнить, в принципе. Тотем. Прекрасно. А знаешь, где он? Под куполом. Он, сука, под куполом. Сто пудов. Я не вижу это, но я знаю это. Пипец, я так старательно собирал все свои подъемчики. Один хп оставался, класс. Блин, приходится в пекло лезть, чтобы хоть кого-то добить. Я вам скажу, что мастер уровня изматывают очень сильно. А вон он стоит, где. Ну и долго я здесь страдать буду. Наконец-то. Блин, без дробовика и жизнь не та, на самом деле. Да, конечно, рыщащие тоже клинят по-своему. Они могут резнуться в любое место, да? И получается, что атакуют очень неудобно. И зажимают. Ч
черт, я все время забываю то, что у меня уже есть горнило. Уже мог кого-нибудь попилить я на самом деле. И я все время об этом забываю, черт. Что тут еще осталось? Еще две битвы, наверное, точно. Я уже выжатый как лимон. Блин, наверное, вечером не буду стримить. Ну, по крайней мере, в ТикТоке, потому что еще раз на дом меня не хватит. Старенький я стал, старенький. Так, а, здесь вот эту херню надо снять. Давайте, давайте, я знаю, что здесь делать. Здесь подъемы где-то были еще, нет? Да, вот они лежат. Я их просрал или взял? Непонятно. Получите горнило. Ну вот, получается, точной стрелой еще 14 штук. Battle мод и какое-нибудь задание на... на кошмаре. Это мне новую ячейку надо начинать, потому что переключив уровень сложности в другой ячейке, которая начата на другом уровне сложности, получается, никак не помогает. Нет, не видно сообщения. Какое сообщение? Если ты присылаешь большое сообщение, там ссылка, скорее всего, фильтр банит. Ай, ну, конечно. Ненавижу пинки. Охренеть просто. Да вы, блин, прикалываетесь, что ли? Так. Нет, не вижу. Вот честное слово, я отвечаю тебе, не вижу. Здесь такой, кстати, секрет дурацкий, что его на замедленной скорости надо проходить.
Я, по-моему, с четвертого раза, что ли, смог его пройти. Там патроны для ПФГ, я хочу патроны для ПФГ. Сегодня будет стрим, YouTube. Нет. Сегодня же воскресенье. Среда, пятница, суббота, 21:00. Это YouTube. TikTok в любое свободное время, в основном после 10 вечера. Блин, я на них трачу эти патроны драгоценные. Напиши где-нибудь. Посмотри какой-нибудь видос и напиши. Если это актуально будет, как комментарий. Вроде все. А, вот. Да. Бесят такие. Пронырливые. О, это еще не все. Что происходит, блин, мать вашу? А, блин, опять эти сраные рыщищи. Иди сюда. Цели нету. Я тебе дам, блин, цели нету. Да. Я посмотрю твой ролик, конечно, прокомментирую. Какой живучий, а? Нет боеприпасов.
Не зря здесь патроны для БФГ лежат. Архвиль за стеной? Вы что, издеваетесь? Ну чё за приколы такие? Как это я должен его убить? Блин, это жопа какая-то. Что-то долго он его добивал. Сука, подъемы забрали, а? Чё, мать вашу, вообще происходит, блин? Капец какой-то, Doom Eternal. Да, это Doom Eternal. Только мастер уровень это. Которым, мягко говоря, могут жопу порвать. Жесть, а? Какая жесть произошла сейчас. Вот интересно, там сказано, что я типа должен выполнить все задания и получил бы скинчик такой какой-то. Интересный. Но какие задания? Типа на всех уровнях сложности пройти это? Горнило, в принципе, которое у меня и так было, но оно по основному сюжету уже отсутствовало, как раз таки. Я полагаю, что вы захотите сперва опробовать свое оружие. Мне показалось, или здесь не так уж и много. Опа. Не так много зарядов для горнила. Да,
Один всего лишь. Вон, смотрите, сколько должно быть. А этот один всего лишь. А в оригинале они тут везде разбросаны, поэтому тут, короче, сильно не помахаешь мечом. Да. Не понял, где тотем? Финальная битва меня, короче, хотят доконать, да? Я не могу понять, где тотем. Вот он. Нашел, блин. Ненавижу тотемы. На. В итоге все просто мимо леса полетело. Это как и демоны не хотят сглатывать. Почему они сюда не бегут? Никто сюда не бежит, смотрите. Ха-ха-ха, я баг нашел. Только те, кто дальнобойные, могут атаковать. Они, короче, думают, скорее всего, что вот здесь этот открытый люк. Да, снайперская винтовка вот это точно не мое. Ну прям вот здесь оно не мое. Стой, стой, стой. Мне тебя попилить надо.
Иди сюда. Иди сюда. И ты иди сюда, сукчара. Обратно. Все? Чё придумали разработчики, я не пойму. Отпустите меня, пожалуйста. Я устал. Так, этот готов. Ну зачем я нацепил не то улучшение? Все туда, все вход, короче. У меня же, кстати, горнило есть еще. А этот гамадрил не хочет наверх подниматься, да? На тебе в лицо просто. Ну куда ты, он сдриснул? Охотник тоже мне называется. Критический урон. Промазал. Ну, сенсу немножко поменял, немного полегче стало целиться. Большая слишком была. Как же без мародера? Двух мародеров. Имп вообще там нелепо выглядит. Мало припасов. Воу, до свидания, всего хорошего, всего доброго. Давай. Две псины. Все, идите нахер. Я ушел, я обиделся и ушел. А я уже там. И обратно вернулся. И я решил, что мне здесь лучше.
Так, одному напихал. В дыру какую-то упал. Ох, едва-едва. Достигнута контрольная точка. Спасибо. И чё? Куда?